настроение перед боем? Настроение боевое. Очень рад, то, что участвую в таком масштабном мероприятии. Очень рад. Отлично. У вас сейчас очень много боев по любителям. В этот раз вы будете драться в статусе профбойца. Что для вас это значит? Для меня значит то, что открываются новые возможности, новые перспективы. Надеюсь, то, что все получится. Вот. Гораздо интереснее, думаю, будет боксировать, потому что и количество раундов будет больше, и соперники будут такие уже более подготовленные. Поэтому очень доволен и хочу побоксировать в статусе профессионального боксера. Отлично. Вы дрались с Артуром Осиповым, который сейчас является одним из самых сильных бойцов компании Victory Team. Что можете сказать о бою против Артура? Ну, с Артуром я встречался и по любителям, и у нас был бой такой полупрофессиональный. Вот, ну что можно сказать, хороший спортсмен, хороший боксер, мастер спорта, техничный, и с таким партнером всегда приятно побоксировать, проверить себя. В прошлый раз вы ему проиграли. Что вы можете сказать по этому поводу? Проиграл, да. Можно я скажу так же, как Анатолий Сергеевич? Конечно, конечно. Все будут слушать. Да. Ты себе рекламу какую сделал? Ну, проиграл по бою, судьи отдали такой, вынесли такой вердикт. Вот. В принципе, считаю, бой был достаточно равный. Может быть, немножко он был сделать больше в ринге, поэтому отдали победу ему. Отлично. Вы считаете, что Артур является одним из самых сильных бойцов России в своем весе? Да, он чемпион России, набирает с каждым боем видно обороты, становится увереннее, да. Считаю так. Хотели бы реваншировать с ним? Да, да, почему нет. Отлично. Просто у меня вес сейчас будет, наверное, категория будет ниже. Поэтому в дальнейшем почему бы и нет. Отлично. 10 сентября у вас будет бой. Как проходит подготовка? Подготовка проходит в обычном режиме, в обычном ключе. Особо никаких новшеств пока не вносим. Все идет по плану. Отлично. Ну, бегаете. Сколько у вас тренировок в день? В день практически две тренировки. Какой прогноз к предстоящему бою? Ну, прогноз, как известно, дело неблагодарное в боксе. Ну, будем надеяться на победу. Все, что от меня будет зависеть, пытаюсь все сделать. И что пожелаете болельщикам? Болельщикам пожелаю, чтобы пришли, посмотрели, поболели. Будет очень интригующие поединки, запоминающие. Всех ждем.